красиво звучит. А что так красиво звучит? За счет чего? Не знаю. Да, какая красота. А в какую цену? 100 гривен, да? А это материал какой-то? А, тростник такой, да? Камыш даже? Обычный камыш. Камыш обыкновенный. Это ваше произведение, сами делаете? Да что, а вы научитесь так играть? Так научить играть можете научить? Ну, человек сам должен научиться. Просто тут основные есть базовые, как бы, ну, грубо говоря, несколько принципов базовых. Базовых, да? Потом человек садится и трудится, и все у него получается. Же дырочки-то разные, значит, получается? Разные воды. А, разные системы, да? Воды разные, то есть это вот как бы каждое отверстие, расстояние между ними, это музыкальный интервал. Грубо говоря, если взять пианино, это определенная клавиша. До, ре, ми, фа, соль и си, до, это обычно? Либо до, либо ре, либо си, там и так далее. А здесь вот это, если все закрыты, это до получается или что? Нет, здесь это получается фа. Фа? Да, все закрыты. Да, а если следующий? Фа, соль, ля, до, ре. Ага. То есть от фа пляж, это как, не, ну это вот есть это германское по до, а не лучше не это, да, не это, да. Ага. То есть это... Я понял. Не, да. Можно, конечно, там все это по... Не, ну вы красиво играли, поэтому это какая-то все-таки последовательность. В этот момент речка превращается есть. Ну, как бы, я имею в виду ее называть как-то и характеризовать, это тратит время. Если есть инструмент, надо играть. Не, ну это вы говорите, потому что у вас есть слух, а если у человека нету слуха? Только есть лень. На ухо там мишка наступил на ухо, поэтому оно. Это все это говорят. А нужно последовать хотя бы до реми там и все. И тачок уже начинает потихоньку. Может быть мишкой, которым мишка наступил на ухо. Да нет, у каждого человека просто есть. Ну как бы. Ну, музыкальность вообще, она не появляется от какого-то суждения людей вокруг. Просто банально сказано, можно просто разрешение. Можно, да? Просто честно. Ну, вы такого взяли. Это значит, говорят, если бы есть вера, то есть у тебя есть вера. Была бы вера, я к вам бы не приходил, понимаете? Я уже по воздуху пошел. У вас это не вера, это ну, как, придумать ничего не Это уже клиру Боливии, которая в Америке. На Руси... Она сама по себе красиво звучит. Сочара это мамочка. Закрой 70. Она поставит. Платочек разворачивает. Такой... Вот как бы даже в Грузии, в разных народах по-разному называют. Но это все Панфлея. Общее название. Поэтому... Красивая история. Да. Красиво звучит сама по себе. Я думал, это как бы, там звук очень то такой приятный, чистый. Подстроено, да. А какой ваш контактный телефон, чтобы как-то вас найти? Сюда говорите? Да, можно сказать даже. 066-712-87-35, Сергей. 87-35 в конце, Сергей. О, спасибо большое. Сами вы откуда? Киев, да? То есть можно даже созвониться, если что-то. Ну, замечательно. А вот эти капелюхи у вас, вот эти? Это я работаю на этом предприятии. Ну, как тоже как бы есть, да? Это мой повседневный труд. А для музыкантов самый такой недорогой капелюшек, чтобы можно было в шляпу, чтобы кидали деньги. Это какой есть? Тут у меня есть музыкант. 250 гривен. Можно мать своего такого капелюха для работы. Да, да, да. Ой, спасибо большое. Спасибо. Как ваше имя? Так еще раз. Сергей. Сергей. Все, там записано, я так повторился. Все, спасибо, Сергей. Благодарю. А вас? Порадовали.